Кто изменил мир? Давайте посмотрим вокруг. Мир изменил Билл Гейтс, Стив Джобс, особенно Стив Джобс, Ричард Брэнсон. Это люди, которые меняют мир, предприниматели. Вместо того, чтобы лежать на печке, нужно что-то сделать. Просто попробуй сделать свое дело. Вот какой основной посыл. Потому что предпринимательство – это двигает мир. Сделай свой выбор. Реши уже, чего ты хочешь, кем ты хочешь быть и как ты этого добьешься. Реши сам, и Вселенная услышит тебя. Первый миллион вообще самый тяжелый, потому что самое главное — голову перестроить. Ты бьешься в стенки, бьешься, и у тебя ничего не получается. Зато когда получается, ты понимаешь, насколько это было легко. Многие люди будут говорить тебе, что ты занимаешься ерундой, и будут указывать на твои ошибки, но ты все равно продолжай идти за своей целью. Если ты веришь в то, что делаешь, поднимайся и пытайся снова и снова. И потом, если ты веришь в себя, ты добьешься успеха. Занимайтесь любимым делом, тем, за что вы сами готовы были бы заплатить. Говорят, к тому, что ты делаешь, должна быть огромная страсть. И это абсолютная правда. Любое дело бывает иногда таким сложным, что любой нормальный человек просто-напросто его бросает. Любой бизнес — это действительно сложно. И ты это должен делать снова и снова, не прерывая попытки достижения успеха. Если тебе это не доставляет удовольствия, если ты не получаешь от этого радости, то это не твое. Ты это не любишь, и ты в конце концов сдашься. Те, кто не любил свое дело, они сдались. Это то, что происходит с большинством людей. Если вы посмотрите на тех, кто добился успехов, то легко заметите, что успешные люди просто-напросто любили то, что они делали. И они никогда не бросали свое дело. Год за годом они делали его лучше и лучше. Если ты не обожаешь свою работу, ты обречен на провал. Я вам очень рекомендую заниматься своим развитием и образованием в плане бизнеса. Гореть темой, не останавливаться. Когда клиентская база только начинает наращиваться, очень тяжело идет привлечение клиентов, и иногда кажется, что ничего не получится, и, ну, возможно, зря я все это затеяла. Но главное — продолжать действовать, и у успеха есть такой отложной эффект. Накрывает потом волной, и клиенты выстраиваются в очередь, и уже даже не верится, что раньше что-то не получалось. Кто-то у меня спросил, чему ты научился у своего отца? Чему я научился у своего отца, это тому, что работа может сделать тебя счастливым. Она действительно может сделать тебя счастливым. Но тебе нужно любить то, что ты делаешь. 99% населения Земли не может создавать бизнес. Только 1% наделен особым даром. Такой возможностью начать бизнес и продолжать его развивать. И создавать рабочие места для оставшихся 99%. Стань 1%, потому что тот самый 1% – это тот, который начинает и делает, который придумывает идею и уже до заката что-то в эту сторону делает. Остальные 99% наблюдают за тем, как мир меняется, изучают, читают, смотрят за этим в новостях, рассказывают сплетни друг другу. Это все не дает никакого результата. Стань 1%, начни менять свою жизнь. Тот, кто о бизнесе мечтает, он в конце концов, то есть если бы у него было там абстрактно 1000 лет, он бы его, конечно, сделал. Вот. Но иногда жизни не хватает на это.
Я хочу сказать тебе то, о чем ты и так знаешь. Мир состоит не только из солнца и радуги. Мир агрессивен и враждебен. И неважно, насколько ты силен, на любой стадии тебя будет преследовать реальная жизнь. Неважно, что она будет бить тебя снова и снова. Даже неважно, насколько сильно она тебя ударит, ты все равно встанешь и будешь идти. И если ты знаешь, что ты этого достоин, продолжай идти к своей цели. Ты с каждым шагом вперед становишься лучше других. Именно так делают победители. Так рождается победа. Процентов это не успех. То, что будет успех и то, что он станет предпринимателем, у этого человека только 5%. Но эти 5%, они как раз-таки дают ту надежду, и ты должен ради этих 5% попробовать. Большинству это не удается, но попытаться, не получается, пойти учиться.